Всем здравствуйте! Наставница не стала скрывать правду. Татьяна Анатольевна поделилась с публикой печальными новостями. Полюбившееся народу ледовое шоу выходило с 2006 года и пользовалось огромной популярностью у зрителей. Публика с нетерпением ждала новых выпусков и болела за любимых звезд. Тренер Татьяна Тарасова возглавляла жюри и стала настоящим символом этого зрелища. Однако последний выпуск в январе 2023 года обернулся скандалом. Его сняли с эфира по трагической причине – из-за ухода из жизни Инны Чуриковой. Тогда сетку вещания срочно поменяли и вместо шоу показали документальный фильм об актрисе. Многие поначалу не знали о случившемся, и в сети публика бурно возмущалась, не дождавшись финала. Имена победителей зрители узнали позже. Ими оказались Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов. Тем временем стало известно о дальнейшей судьбе проекта. Сегодня Тарасова раскрыла публике печальную правду. Тренер объявила, что в этом году зрители не увидят новые выпуски программы. Шоу отменили. Тарасова призналась, что очень расстроена. «Я любила это шоу, и я в печали». О том, что передачу выкинули с канала, Тарасовой сообщил Авербух. «Он тоже шокирован этими известиями. Илья мне сказал, что он тоже в ужасе и в расстройстве». Татьяна Анатольевна заявила, что знает, почему проект не появится на экранах. Наставница возложила вину на гендиректора канала Константина Эрнста. Убрать шоу из эфира – решение Константина Львовича. Есть ли надежда, что любимая миллионами программа когда-то вернется в эфир, Тарасова не знает. Она посоветовала задать этот вопрос Эрнсту. И добавила, что живет фигурным катанием и практически не представляет без него своей жизни. Сам Эрнст заявление Тарасовой пока не прокомментировал. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.